Этот тигр прыгает в воду с лодки и направляется к мальчику, запертому на бревне. Увидев это, мальчик испугался и сразу воспользовался возможностью забраться на лодку. Тигр также пытается забраться на лодку, но мальчик отпугивает его громким криком. У мальчика в руках топор, но он не может тронуть тигра, увидев его напуганное и беспомощное лицо. Теперь наступила ночь, и тигр все еще висит в той же позиции. Мальчик жалеет тигра и бросает деревянную доску. С его помощью тигр снова забирается на лодку, и мальчик садится на бревно. На следующий день мальчик ловит рыбу и дает ее тигру. Увидев, что тигр больше не нападает на него, мальчик собирает смелость и забирается на лодку. Затем он тренирует тигра несколько дней, кормя его разными видами рыбы. И теперь тигр не вредит ему, становясь его другом.